Всем привет, с вами Маги, и это видеоблог магазина Sneakerhead. Мы продолжаем рассматривать кроссовки знаменитостей, и сегодня в наш объектив попал Сергей Шнуров. Сергей Шнуров – огромный фанат кроссовок, и когда мы подошли к тому, чтобы разобрать его пары, мы запарились их просто выбирать. Поэтому постарались для вас выбрать самый сок, и давайте посмотрим, что же у него есть. Nike Air More Uptempo и Supreme. Золотая пара из этой коллаборации практически сразу оказалась у Сергея после релиза. Ну что, это действительно рарная пара прошлого года и довольно-таки желанная у всех хайпажеров. За это рэп. Но есть одна модель Uptempo, которая, наверное, переплюнет с Uptempo. Это Nike Air More Хуй Темпа, которая сделана магазином Sneakerhead в коллаборации со мной специально для Сергея. Эта пара одна в мире, и мне кажется, что вот этот рар действительно очень-очень эксклюзивный. Вот что у нас получилось. И сегодня мы будем спрашивать у прохожих их мнение насчет такого коллаба, и только говорить мы им будем, что это официальный коллаб Сергея Шнурова с Nike. Сергею эта пара понравилась, он даже выложил ее в своем инстаграме. Adidas и Nike. Хорошие летние кроссовки, в которых максимально комфортно. Идеальная пара для курорта, где, в принципе, Сергей находится на фотографии. Adidas Easy Boost 350 Cream White. Белоснежно-белая пара от Kanye West, но это на самом деле must-have прошлого года. Есть пара у Сергея, и такую же пару он купил для своей супруги. Вместе очень няшечно смотрятся в этих кроссовках. Adidas X Raf Simons Azviga 2. Еще одна ультрамодная пара, которая есть практически у каждого молодого модника. Сергей не исключение, у него есть эта пара, он любит носить ее на прогулки. На этой фотографии у него еще очень крутая куртка. Air Jordan 5. Джорданская классика также есть в гардеробе у Сергея. Но не какая-то обычная, а суперлюксовая, выполненная из премиальных материалов. В данном случае это белая расцветка из суперлюксовой кожи. Очередные изи в коллекции Сергея говорят о том, что он явно на одной волне с молодежью. Puma Ignite Evo Knit. Очень удобные плетеные кроссовки от Puma идеально подходят для разноса на сцене во время концерта. Adidas X Raf Simons Azviga 2. Они уже были в белой расцветке на Сергее, в этот раз OG расцветочка. Смотрится шикарно. Nike Air Force 180. Мы большие фанаты баскетбольной классики от Nike. А Nike Air Force 180 – это большой эволюционный шаг в истории Nike. Поэтому за эту модель отдельный респект, и отдельный респект отлетает за расцветку в олимпийских цветах. Nike Rosh Run. Но тут и говорить ничего не надо. Настоящий летний хит. Adidas Easy Boost 350 Pirate Black. Эта фотография отождествляет то состояние, в котором пребывает человек, у которого есть эти кроссовки. Поэтому, если вы хозяин Pirate Black'ов, пожалуйста, заимейте такую фотографию. А с вами был Маги и видеоблог магазина Sneakerhead. Не забывайте писать, какие кроссовки Сергея понравились вам больше всего. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. Мир!